Сказали, если за Путина голосуешь, можно не ходить, просто перед телевизором кивнуть и все. Вот хорошо, а я переживала, думаю, там открепление не получила, надо же здесь пойти это выяснить. А так дома, хорошо, с сегодняшнего дня, интересно, кивать надо уже. А я, блядь, тоже вчера, кивал, но я кивнул, когда эти дебаты шли. Но у меня что-то такое подозрение, я кивнул немножко влево, голову вот так скосило меня. Я думаю, может, я, блядь, за Грудинина кивнул случайно. Ты в следующий раз аккуратнее кивай, ты себе горизонтальку, вертикаль какой-нибудь поставь, уровень, что ли. Вова видит, кто не туда кивает. Потом приходится перекивывать по 8 раз, чтобы засчитали. Не, ну я как бы, блядь, я ж не специально, я, бля, буду завтра, вот когда будут дебаты опять, я нормально кивну, я отвес поставлю просто посреди комнаты, повешу отвес и по отвесу ебану ровненько, все аккуратненько. Я думаю, еще можно что-то исправить. Да, я вот тоже сегодня кивал, в общем. Ну, потом посмотрел телевизор, просто был выключен. Я не знаю, наверное, я кивал против всех.